Майбутнє Дніпропетровське, гармонія і поезія, сонце і простір, зручність і краса. Таким буде місто 2000-го року. В настоящее время большинство из нас поражены симптомами демонтажа. Все вокруг нас, окружающий мир, общество, сознание и вместе с тем все в нас, ценности, значения, решения должны при этом распасться. Точно так же наблюдается много симптомов для начала альтернативного проецирования.